место выбрасывали для отдыха, для семьи из двух и двое детей. Вполне подходит для отдыха домик. Здесь все предоставлено, услуги по сдаче домика. Хозяева очень дорожат своим местом, очень приятные люди, которым можно создали такую красоту для отдыха. Много очень роз, цветов. Очень приятно пахнет с утра. Здесь мангал, беседка от комаров, москитка. Дровишки всегда сухие. Везде кругом цветочки. Вот такая обстановка на улице. Находится около горы маяк. Вот такая вот высота. Гора. Там уже начинается гора маяк. Представлены дорожки. Полный спектр услуг, которые может предоставить. Домик. Вот такой вход в дом. Все чистенько, все классно. Приятно, повышу разряда. Главный вход. Все в цветах. Все ухожено. Пострижен приятный газон. Вот такой домик. Почему бы не приехать, не отдохнуть? Выходной день. Есть санузел внутри. Все остальное покажу вечером. Вот беседочка такая на весиком. Для детей есть домик для игр. Есть игрушки, самокат. Все сделано для отдыха. Колодец. Такая красота. Такой домик. Шикарный. Для отдыха, для семьи. Есть парковочное место для автомобиля. Двух автомобилей вполне сойдет. Ворота. И недорого. Вот так все это выглядит. Людей вблизи нет. Если есть, они молча. Тихие, спокойные. Люди приезжают сюда отдыхать. Вот такая дорожка. Как вам такой домик? Сейчас мы выйдем на ворота и покажу вам, как там выглядит все. Замечательно. Так выглядит по дорожке. Главный вход сейчас покажу вам. Сдали шикарный домик для дачи, для отдыха. Можно использовать. Почему бы нет? Мы приехали сюда отдохнуть в Браслав. Приехали в мае. Забронировали. И сейчас приехали. Уже осенью, в сентябре, когда комаров нету практически. Ну, как-то так. Главный вход. Как вам? На втором этаже спальня. Внизу гостиная, телевизор, камин. И главный вход. Все как в сказке. Дом. Вот. Ну и там заезд. Природа живописная. Очень классно. Тишина, спокойствие. Кому интересно, будет в описании ссылочка, где можно будет забронировать на куфоре время, день, дату, когда можно отдохнуть. Место пользуется очень большим сейчас спросом. Вот, а что бронируем заранее для отдыха. Тут как можно, как и для рыбалки, и для отдыха. С детьми погулять, отдохнуть. Свежий воздух, шикарная природа. Дышится очень прекрасно. Вот, в 100 метрах большие озера. Куда ни глянь, везде кругом вода. Мы сегодня сейчас покушаем. И пойдем поплаваем на лодке. Отдохнем по озеру.
Как-то так. Вот так волшебно выглядит этот домик ночью. Какая интересная подсветочка всего здания. Вот. Сам домик виден. Вот так главный ход. Шикарно. Очень красиво все выглядит. Атмосферно. Все подсвечивается. А сейчас мы зайдем сюда внутрь, во двор. Я вам покажу. Вот заходим. Ну вот заходим в главный вход. Вот такая волшебная беседка. Мангальчик. Ну просто супер. Скамеечка. И вечером можно красиво, спокойно посидеть. Ночью тишина. И посолотитесь, что в городе, после города большого, приезжаешь сюда, ты сум отдыхаешь душой, морально, тишиной, наслаждаешься ночью. Превосходные звездочки, которые не видно. Камера просто не передает такую красоту, как она есть в реальности. Вот. Дом мечты, который реально тебя будет ждать кто-то дома, любящий и отдыха. Ну, а кто меня смотрел, спасибо за видео. Кто полностью посмотрел и жду подписок. Этот домик можно приехать, будет отдохнуть. И ссылочка будет в описании.